Усилитель стерео на твердотельных транзисторах от японской корпорации GVC. Модель называется AX440. Вон они там стоят. Транзисторики. Красавцы. Мощный трансформатор, тяжелый. Сам по себе тоже очень мощный аппарат. Но относительно. Значит, фишка у него есть фонокорректор. Может включать картриджи как ММ, так и МС. Значит, баланс, понижение низких частот, лоунес. Значит, здесь подключение две пары акустики с сопротивлением строго от 8 Ом. 4 Ома нельзя. Значит, бас, трейбл, высокий и низкий. Тон компенсации отключения тимброблока. Ну и здесь у нас получается, на запись получается. Аппарат тяжелый, хороший. Вот включился CD. Релюшечка. Будем слушать. Хорошо звучит усилитель, все лампочки горят, все входа работают, глюков никаких нет. Такие вот дела.